Друзья, привет! Рада приветствовать вас на моей страничке. Я уже 25-й день нахожусь на карантине, строгая самоизоляция. Я вообще не перехожу порог дома. Сейчас я в гостях у сестры в Валенсии, поэтому в Испании на самом деле еще жестче меры карантина. Чуть-чуть, честно говоря, сложно. И не чуть-чуть, а очень сложно. Но меня радует то, что я могу здесь творить, я могу рисовать, писать картины. И ко мне уже приехали краски. Наконец-то я приступаю к росписи моей джинсовочки. Не моей, джинсовки для клиентки. Это джинсовка прикольного очень сюжета. Такое я еще не писала. Она будет с росписью девушки в образе русалки. Очень необычный образ, и я думаю, получится круто. Поэтому смотрите далее мое видео, ускоренной записи, как обычно, как вы любите. Я жду ваши лайки, мне будет очень приятно. И до скорых встреч. Всем здоровья и температура 36,6. Пока, дорогие. Есть интересное устройство, которое вот может так вот интересненько и кольненько делать. Круто. Можно приступать к росписи. Я же